Развитие органов эмбриона человека. Развитие человека в утробе матери является собой подлинное чудо. Уже на 22-й день беременности, когда ребенок находится в утробе матери в виде эмбриона, у плода начинают формироваться уши. На 4-м месяце беременности уши ребенка сформированы и функционируют в полной мере. После этого периода эмбрион уже слышит все, что происходит в утробе матери. Таким образом, органы слуха развиваются у ребенка гораздо ранее, чем все остальные жизненные функции. Весьма примечательна в этом случае очередность развития органов человека в утробе матери, приводимая в Коране. «Он – тот, кто сотворил вам слух и зрение и сердца. Но как мало вы благодарны! Аллах извел вас из утробы ваших матерей, когда вы еще ничего не знали, и даровал вам слух и зрение и сердце, чтобы вы, быть может, могли быть ему благодарны». Следует особо упомянуть, что в Коране Аллах указывает на определенные органы чувств все время в определенном порядке. Слух, зрение и разум. Как оказалось, органы чувств ребенка развиваются именно в этой последовательности. Иными словами, установленный современной наукой порядок развития органов человека ясным образом описывается в Коране.